Нобелевскую премию по литературе за 2016 год присудили певцу. Высокой награды удостоили рок-исполнителя Боба Дилана за создание новых поэтических выражений великой американской песенной традиции. Среди фаворитов букмекерских компаний в этом году были популярны японский писатель Харуки Мураками, норвежский драматург Юн Фоссе, американский классик Филипп Рот, а также сирийский поэт Адонис и американский прозаик Дон Делила. Премия по литературе одна из пяти, завещанных шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Церемония награждения пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря. Сумма каждой из нобелевских премий в этом году составляет 932 тысячи долларов.